Здравствуйте, дорогие друзья! Сделаем птеродактиля. Делается сложновато. Симпатичный. Давайте начнем. Берем лист формата А3. Делаем из него квадрат. Если нет, можно склеить два листа формата А4 с помощью узкого скотча. Вот я склеил. Располагаем его с белой стороны. Здесь у нас стык. И кладем его вот таким образом вертикально. Этот уголок мы закладываем на этот, складываем по диагонали. Раскрываем, наведем линию сгиба. Вот наш скотч лежит. И теперь эту линию мы закладываем на эту линию. Точно так же делаем эту линию к центру. По этой линии мы загибаем вот этот край. Возьмем линеечку, чтобы было легче и аккуратнее. Ориентируемся, чтобы линия у нас была по центру, чтобы не смещалась. Подравниваем. Эту линию закладываем к центру. Придерживаем, чтобы бумага не смещалась. Точно так же эту линию к центру. Отгибаем и толкаем этот треугольничек таким образом. По эту линию мы даем обратное направление. Загибаем. Точно так же делаем с этой стороны. Толкаем вперед. Меняем линии направления. И треугольничек остается у нас один здесь. Достаем этот уголочек. И точно так же у нас вот эта линия получается, меняет направление, становится наружной. И закладываем, получается у нас складочка. Точно так же делаем с другой стороны, достаем уголочек, меняем направление в линию. Делаем складочку. Получается у нас такая заготовочка. Закипаем здесь по линии. Смотрим, чтобы вот это на этой линии было у нас. Подравниваем, если необходимо. Точно так же делаем с другой стороны, по этой линии загибаем. Этот уголок закладываем сюда, ориентируясь по вот этой линии по центру. Вот у нас на пересечении. Это у нас центр. И смотрим, чтобы у нас по вот этой линии было.
раскрываем, переворачиваем на другую сторону и теперь вот так вот заталкиваем. Заготовочка у нас складывается, получается таким образом. Линии хорошенько прогладим. Эту линию закладываем к центру. С другой стороны закладываем к центру. Вот здесь у нас будет линия сгиба от этого уголка до этого уголка. Сразу загнем. Теперь вот эти линии у нас меняют направление, становятся наружными. С другой стороны точно так же, линия наружная. И эту линию у нас к центру закладываем. Вот эти треугольнички мы так вот достаем, раскрываем. С другой стороны точно так же достаем. Переворачиваем заготовочку на другую сторону. И берем один уголочек вот здесь. И эту линию закладываем к центру. Придерживаем, чтобы бумага не топорщилась. Точно так же с другой стороны, эту линию к центру. Берем линеечку и от этого уголка до этого уголка у нас здесь будет линия сгиба. Раскрываем. Линии внутренние становятся наружными. Вот такая у нас заготовочка получается. Отгибаем вот эту часть таким образом, чтобы вот этот уголок у нас лег на эту линию, а этот уголок на эту линию. С одной стороны, с другой. Проглаживаем. И теперь по этой линии мы отгибаем этот уголочек. Вот таким образом у нас получается. Эти уголочки мы теперь... Получается, у нас линия сгиба будет от этой точки до этой точки. Вот мы здесь загибаем. С одной стороны, точно так же с другой стороны от этого уголочка. Сейчас мы его наведем. Проглаживаем. И теперь, чтобы до конца опустить, надо вот этот край бумаги достать и сложить так, чтобы здесь была плоская часть. Вот таким образом получилось. Здесь точно так же. Раскрываем.
И смотрим, складочку сгоняем. Вот таким образом получается. Ориентируемся от этого уголочка. До этого уголочка у нас будет линия сгиба. Берем линеечку, чтобы было легче. Загибаем. Точно так же делаем с другой стороны, ориентируемся от этого уголочка с помощью линеечки, загибаем. И у нас получается вот эта точка, вот она совпадает с вот этой точкой. И теперь в другую сторону загибаем, делаем ее наружную, эту линию, с другой стороны делаем наружную. Пополам сгибаем нашу заготовочку потихонечку. Эту линию закладываем на эту. Раскрываем, выталкиваем уголочек. И вот у нас получается на одной линии. Закрываем и проглаживаем. И теперь им делать так, чтобы вот этого не было. Нам необходимо по вот этой линии сделать складочку, то есть мы чуть-чуть дальше туда запускаем, хорошенько проглаживаем, и здесь с другой стороны хорошенько проглаживаем. Вот у нас получается складочка лишняя, ничего страшного, она потом уйдет. И достаем теперь челюсть и выталкиваем треугольничек таким образом, чтобы у нас было вот здесь кончик начала. Это у нас тогда складочка ушла хорошо. С другой стороны складочка ушла. Прижимаем. Вот таким образом получается. Там плюс-минус еще подровняем. И формируем теперь верхнюю челюсть. Загибаем таким образом, чтобы приблизительно длина у нас была. И прижимаем. Можно сделать чуть выше, чуть меньше. Вот и получилась такая челюсть. Здесь мы вот эту линию закладываем на эту линию.
точно так же эту линию на эту линию. Эту линию закладываем на эту. То же самое с другой стороны. Эту линию на эту. Формируем лапки, берем один уголочек и раскрываем таким образом, чтобы вот эта линия легла у нас на вот эту линию. Получается, здесь у нас линия сгиба. Прижимаем, с другой стороны делаем то же самое, раскрываем. Можем чуть-чуть назад и еще когти сформируем. Вот такие лапки получаются. Крылышки сформируем. Эту линию мы закладываем на эту, а этот уголок ориентируемся здесь на эту точку. Проглаживаем. Эту линию мы закладываем на эту линию, а этот уголок у нас ложится на этот уголок. И теперь эту линию на эту линию закладываем. Вот такое крылышко. То же самое делаем с другой стороны. Этот уголок сюда закладываем. Вот у нас он заканчивается как раз на этом месте. Эту линию на эту. Эту линию на эту. Ориентируемся теперь вот таким образом. Здесь сделаем небольшое плечо. Здесь можно приблизительно загнуть. Складочка получается. То же самое мы сделаем здесь. И от этой точки до этой точки загнем. Вот такие крылышки. От этого уголка до этого уголка мы еще здесь сделаем линию сгиба. Вот таким образом у нас линия сгиба получилась. Точно так же сделаем здесь.
Вот у нас получился такой симпатичный птеродактиль. Спасибо большое, что смотрели. Спасибо за внимание. Если понравилось видео, ставьте палец вверх. Подписывайтесь на канал. С вами был Жигулев Алексей. До скорой встречи. Пока. В следующем видео сделаем попугайчика. Симпатичный. Делается сложновато.